завершающий этап очистки масла. Прошел еще один день и осел весь мутный осадок. Масло четко стал выражен нижний пояс мутной части масла, липкой. Масло прибрало такой вид. Вот там такой осадок внизу. Четко сел, отделился от общей массы масла. Это вот хлорелла. Моя маточная культура. Вот масло такое. Жидкое, свободное от биотоплива, не только для двигателя, но и для человека, пригодное к употреблению. Вот так вот. Внизу. Надеюсь, видно там такой белый грязноватый налет. Стенки облипли липкой массой по всей емкости. Масло очистилось. Можно сказать, очистка завершена. Вот на что способна хлорелла. Микроводоросли очень ценны. Благодаря своим свойствам. Это видно, немножко сколыхнул, поднимается. Опять мутная часть. В массу масла.